Петр, насколько я понимаю, супруга Ирина сейчас за океаном. Да. Что она там делает без семьи? Она скучает. Это точно, да, по определению. Скучает, и она учится. Она учится, потому что у нее, слава богу, есть такая возможность, когда она может прекрасно выучить язык, причем с людьми, которые знают этот язык не понаслышке. С носителями языка. Да. А зачем? Потому что ей надо сдать TOEFL. Она увлеклась фотографией, и ее фотографии заметили люди из Лондонского университета фотографии дизайна и предложили ей без экзаменов поступить в университет в Лондоне, чтобы она... И она для этого уехала в Лос-Анджелес учить? Да. Угу. Понятно. Ясно. Александра Петровна скучает? Александра Петровна, конечно, она безумно скучает, но так как я все-таки... Прихожу домой, я забираю ее из детского сада, я все время, каждый день я ее вожу в детский сад, и поэтому она меня видит каждый день, она отрывается на мне. Вот, а я рассказываю, и потом, вот, например, в отличие от меня, моя супруга и ее мама, они... с такими штуками дружат. Ага. И они знают, что такое скайп. А вы не знаете, что такое скайп? Я знаю, теперь я знаю, потому что я же хочу видеть свою жену тоже достаточно часто. Вот, и мы общаемся по скайпу. Так что дочь моя, она знает, что мама рядом, и что можно протянуть руку и увидеть ее. Вот. Но осталось учиться недолго, скоро вернется. А потом, когда выучится? А потом она будет снимать у мужа? Я не знаю, что она будет. Ну, какого рода она фотограф? Она постановочный фотограф? Она фотограф-репортер? Что она снимает? Какие ее работы впечатлили профессионалов? Огромное количество разнообразных фотографий, потому что она делала и постановочные фотографии, она делала и уличные фотографии, и репортажные она тоже делала. Причем она, репортажные она делала, кстати, в Нью-Йорке. Вот. Я представляю, как сейчас просто сделали стойку поклонницы Петра, узнав, что жена за океаном. Тем более такой отец, который забирает ребенка из детсада, играет, одевает его куклы, просто мечта женщин. Ну что, спасибо. Я узнал много нового для себя. Спасибо вам. Вот, и воссоединение семьи. Я жду, надеюсь. Творческих успехов. Я на самом деле не бросаю ее, потому что я туда приезжаю. А, понятно. Ясно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».